В Оренбургском театре музыкальной комедии готовят вокально-танцевальный проект по мотивам лучших бродвейских мюзиклов. Кастинг артистов проводят хореографы из США. Труппа мускомедии на сцене в полном составе. Хотя в зале лишь несколько человек, надо выложиться по полной. Этот зритель особый. Организаторы бродвейского шоу в поиске артистов для новой постановки в Оренбурге. Проект «Бродвей Баунд», который, по сути, сборник лучших песен из американских мюзиклов 20 века, с успехом прошел уже во многих странах и регионах России. Искусство Бродвея особое, наполненное мечтами и стремлениями. Наша команда с детства была погружена в эту атмосферу. Бродвей – мир, который объединяет людей. Но каждый раз, говорят авторы, это эксперимент. Чикаго или кардебалет, Вестсайдская история или Кэтс. Что войдет в оренбургскую программу, решается здесь и сейчас. Какие номера увидит Оренбург, зависит только от ваших артистов, от их данных. Поэтому не могу сказать, кого конкретно мы ищем. Найдем яркий образ, подберем репертуар и соединим все в общий сценарий. Авторам шоу надо провести кастинг среди студентов колледжа и института искусств, а также артистов мускомедии, и уже начать репетиции. На все 5 дней. Премьера состоится в мае. Планируется, что шоу «Бродвей Баунд» войдет в постоянный репертуар Оренбургского областного театра мускомедии. Ольга Патрушева, Тимур Юсуфбаев, Оренбуржье.